Мобильный репортер скоро станет нашей традиционной рубрикой. Практически в каждом выпуске мы показываем кадры, присланные нашими телезрителями. Сегодня сотрудники ГИБДД вышли на улицы города, чтобы лишний раз напомнить жителям о правилах поведения на проезжей части. Для привлечения внимания граждан вместе с сотрудниками с праздником поздравляла всех ростовая кукла-космонавт. И не случайно, ведь 12 апреля – день космонавтики, день, которым гордится наше Отечество. Участники акции вручали всем светоотражающие наклейки – поздравляли с праздником и делали фотографии на память. Полетишь в космос? Подобные мероприятия повышают настроение и делают день жителей города интереснее. И, конечно же, заставляют помнить о важности знаний правил дорожного движения и безопасности на дороге.